Всем привет, дорогие друзья, с вами 1904. И что ж, новое прохождение китайской версии ПВЗ. У нас тут новое растение Страж Кабачок. И что он пока не прокачанный, поэтому я не знаю, на что он будет способен. Берем тебя. Ну и кого еще? Ну, лишнюю бомбу давайте возьмем. И тебя. В этом могилоед? Нет, им не нужен. Опа! Как же много тут могил. Вот наше растение. А, мы, кстати, можем размещать растения на надгробные плиты. Куда-то сюда давайте посадим. И что мне интересно он делает? А. Ну я понял. Примерно как он работает. И после этого ему нужно... Время то, чтобы посадить. Перезарядиться и снова бить. Потом. Опа, он грабли какие-то выкинул. Опа. Худыш. Так, там пошел конусообразный. Хотя нет, мы тебя сами для футболиста. А пока пусть пусть конусообразно справляются наши грибы. Так, опять выкидывает. Да уж. Теперь что у нас? Давай, наверх. Больше солнышек. Вот как-то так. Ну все, думаю, теперь можно солнышки спокойно оставлять копить на могилоед. Так, опять выкидывает, пожалуйста, где? Ты прям мои мысли прочитал. Начинаем есть могилы. Такс. Бафнули, но тут никого уже нету. Такс. Ну где же этот футболист? Ну пока всего, чего я вижу, то что тут там... Ну грабли... А. Значит, что там пойдет зомби-футболист. А не обычный зомби. Ну хоть облегчение для нашей России будет. Так. Опа, зомби зверь. Ну, против тебя у нас. У меня есть. Очень хорошо. Сейчас введи. Не-не-не, назад. В лице. Справика. Так. Так, опа. Блин. Что? Сейчас.
Как это? Так, там кого-то пришибло. О, как! Бахнулся и сразу несколько зомби положил. Так, ну сразу же так вот поменяем. Ну, на него я тебя разрешаю тебе потратить. А, не понял, ты его что, не бьешь? Да уж, бесполезное растение. Ладно, сажаем уже это. Сейчас говорят, что тут полно футболистов, вот что-то я футболистов тут вообще не вижу. Ну вот, вижу одного футболиста. Так, значит, тебя гипнотизируем. Так, ну значит, так-то так. Бум. Такс. Ну, видоголову мы убиваем. Все изим. Саш, кабачок бесполезный. Зный. Ледогриб. Зачем, если у меня есть буст? А, мне уже дали маркогриб. Ладно, спасибо вам за это. А, уже все забито. Ладно, давайте уже его бафы будем. Нет, мы бафы не можем, а вот это можем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Как-то так. А теперь, да, можем. Бам. Ну, давайте его уже до максимума докачаем. Все. Баф, 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 баф. Ну, думаю, теперь его будет не стыдно брать. Такс. Так, кто там побежал? Что могу сказать? Давайте поставим его сюда и будет разбираться. Бу-бум. И выкидываем грабли. Никуда, куда я хотел, ну да ладно. Дыц.
Откуда золотая монета материализовалась? Все, закончил высадку этого. А серьезно, тут всего лишь одна волна? Диско зомби там точно не ожидал этого. Да откуда эти монетки берутся? Так, полетел. Так, стоп, а Леда Гримом я могу ему что-то сделать? Да, могу замедлить. Но этот не может его загипнотизировать. Может, ты в него хотя бы хоть что-то ему сделать. Ну все. Все, я решился. Ну-ка, как ты работаешь? Бабах. Ну ты хоть с ним справишься? С одним ты справился, с двумя. Да куда ты кидаешь грабли? Вот он, последний зомби. Все, справились. Ладно, приобретаем. Зачем я вышел? Такс. 9-й уровень. Ну, по сути, тоже все легко. Вот тебя хочу заменить уже, надоел. Возьму вместо тебя мою... Ладно, короля той стрела. Не, давайте под тебя. Ой. Когда она есть, солнечные растения не нужны. Хотя я хочу сделать, знаете как? Надо убрать это и взять вот это и вот это. Погнали. Да? Дай. Вырабатывай нам солнышки. Они сейчас нам нужны. Она прям очень много солнца выдает.
У меня тут просто куча сов. И когда синий на максимальном уровне, то да, они такие вот чудеса творят. А где там мой двойной дружбан? Еще не успел белую ногу, я уже, можно сказать, от всех могил избавился. Так, сажаем еще два. Сюда сажаем. Так, там еще один идет. Вот так. Ну вот и все. Линия обороны СО. Так, волна. Ну, если что, у нас есть гипногрипп. А, стоп, у нас же есть грипп судьбы. Чего нам бояться? Я не понимаю, что она сейчас делает. Она их оглушает, и что потом? Блин. Ага, вот он, пошел. Хотя, стойте, вот так. Не, ну по центру у нас все уже безопасность. Он же. А, он раньше не успел появиться, мы его уже убивали. Ну, вроде вот. Ага, он успел последних зомби призвать. Так, там еще идет. Вот так вот. Так, идет. Бабах. Живой. Черт. А, стойте, я так вот. О, битва видоголовых. О, все съели. Наш видоголов выиграл. Ну все, ушел. Ну еще сами высаживаемся. Тысяча с чем-то солнца. И это без ночи, без одного солнцеводелительного растения.
Ну, растения, производящие солнце. Так, опа. Поехали. Сейчас съели нашу звезду. Нет, а вот это. В конце там белый фон, и я вообще ничего не понял. Ну что, последний 10-й уровень. Такс. Ну тут все изи должно быть. Жалко то, что на Марсе не дают выбрать героев. И зачем мне это? Во, это уже более серьезно. Ой, вот это вот мы сэкономим. Давайте, бейте этого зомбаря. Все. Вот и линия споровиков у нас назрела. Так, там уже появился топорлом. Вот и все, нету танцевального зомби. Убили даже, не как ему дверь сломать. И чё мне только эти части не дают? Дайте мне уже, во, вот это бы сразу. Бум. Вот наш самый дипломатический друг идет. Жалко то, что там он уже ничего не поможет нам. И сколько я тут всего накопил? Пью-пью-пью. Бам. Вот такая вот оборона. Два ведроголовых, но их это не спасет. А не, зря я все-таки это сделал. Ну, не может мне кое-что дадут. О, да блин. Ну, как-то так.
А куда пошли? Побежал, побежал. Все, минус все нагробные плиты. Бабах. Опа, а с футболиста каску сняли. Дымс. Так, а вот ты это кушай. О, почти полетела какашка. Замораживаем. И еще один взрыв. А чья это там дверь стоит? А, ну и только дверь. Как-то так. Зомби, вам нужно чем-то другим заражаться. Такс. Ну что могу сказать? Используем раз. Какое-то достижение выполнил. Эпхи. Эпхи. Ага, там осталось парочку зомби. Ну или это гриб. Блин, мы всю территорию разбомбили. Все, мы открыли. Ладно, друзья. На этом я буду заканчивать. С вами был Владимир 24. Всем удачи, всем пока.